Всем привет, меня зовут Федор Васильев, мы продолжаем с вами изучать систему GCASA, урок номер 35. В этом уроке я хочу вам показать интересный полезный модуль «Просмотренные продукты». Данный модуль будет отображаться ниже продуктов и будет показывать те продукты, которые пользователь только что просмотрел. Таким образом, эти продукты всегда будут перед глазами у человека, это очень полезно для магазина. Человек как бы на виду товары, которые он уже видел, которые его уже интересовали. Ему не придется их искать, если вдруг он решит что-то приобрести из них, и очень удобно, быстро сможет перейти, что может способствовать быстрой продаже, да? Без этого модуля человек может даже и не купить, а когда он его увидит еще раз внизу, как бы невзначай, он это может сыграть как бы на руку магазину, так скажем. Переходим в админку нашего сайта, переходим инструменты расширения, прокручиваем ниже и давайте найдем наш модуль. Здесь можно отсортировать, кликнув на буковку M, чтобы у нас отобразились только модули. Вот данный модуль. Отображает недавно просмотренные продукты. Здесь мы нажимаем «Установить». У меня он уже установлен. Переходим в расширение модули. Давайте посмотрим его настройки. Находим данный модуль. У меня он уже называется «Просмотренные продукты». Здесь мы можем выбрать макет списка, блоки, список, карусель. Я убираю блоки. Количество продуктов я выбрал 4. Можно указать высоту блоков. Текст сообщения. Если человек еще не просмотрел ни один продукт, внизу будет показываться вот такой текст. В этих настройках мы решаем, что показывать в данном модуле. Здесь все, в принципе, понятно. Я ничего не трогаю, оставляю как есть. Далее позицию выбираем, позиции 4. Заголовок «Показать, скрыть» решаете сами. Привязка к пункту меню. Здесь выбираем только на указанных страницах, и надо проставить те страницы, именно где у нас выводится товар. Далее нажимаем «Сохранить, закрыть». Перейдем на сайт, обновим страницу. Зайду в какой-нибудь товар. Прокручу вниз. Я уже просмотрел несколько товаров, и вот товары, которые я посмотрел только что. Этот список обновляется. Например, там через сутки человек зайдет вновь, может ничего не показываться, он опять погуляет по магазину по товарам, и здесь, конечно же, будет отображаться новый список товаров, которые он просмотрел сегодня. Этот модуль позволяет прямо отсюда нам также нажать «Просмотр быстрый», также прямо отсюда добавить в корзину, добавить в желание и добавить в сравнение. То есть вот такой полезный модуль. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным, интересным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка в описании под этим видео. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.